А сегодня хочу вам показать канал Mirror. Парень делает просто потрясающие монтажи и рассказывает, как он их делает. Самое главное, друзья, здесь он рассказывает, как это все делать. Канал очень вдохновляет, хотел бы, чтобы вы на него подписались, потому что, ну, парень реально старается, так что, друзья, давайте мы его поддержим. Ссылка на канал, друзья, будет в описании. Доброго времени суток подписчикам моего YouTube канала, с вами как всегда ваш любимый Тофик Дипсайз. И все мы, друзья, знаем, что такое GTA Samp, да? И все знают, что такое прекрасное КРМП. Но многие не знают, какие на КРМП капты. Ну, лично я играю в GTA, ну, сам 8 лет, и я ни разу не видел капты на КРМП. И также, друзья, многие видели то, что я заснял свой ролик КРМП, это был обзвон, и он, так скажем, набрал хорошее количество лайков, и я понял то, что людям КРМП, в принципе, нравится, или кому-то нейтрально. Вот, и то есть я решил заснять именно капты с КРМП, потому это было для меня что-то новое, если честно. Даже взять ихние капты, знаете... У них это на районах именно, ну, как Россия, знаете, вот эти попадики, короче, вот. И ты там коптишься, и там больше, знаете, как-то, ну, там как-то более как в мафиях, честно. Вот там именно крыся, там сидят с М4, не, люди, конечно, тоже есть, которые рашат, но именно если брать капты Сампа, то, знаете, там идет какой-то фаст, там плюс CS Light, там, а там именно, ну, мало кто нарушает, именно все стреляют по-обычному, все фрапсят, то есть именно, как, знаете, как стрелы в мафиях, вот. То есть там такие капты, то есть кто любит капты без нарушений, то есть по правилам сервера, то есть какие-то более РПшные, то КРМП, наверное, вам больше понравится. Но если вы уже привыкли к самповским каптам и вам нравится этот тип, знаете, ну где люди больше сладят, там плюс сэшат, ну и вообще это атмосфера Лос-Сантоса, то есть самого гетто, потому что в КРМП, ну там же не гетто, там районы типа, ну рашка, короче, вот. Так что, друзья, обязательно напишите в комментариях, где вам больше нравятся капты, в КРМП или в сампе. Посмотрим, ну, кто больше за КРМП, кто больше за самп. Но, наверное, больше людей будет за самп, потому что, ну, в сампе больше онлайна, КРМП, ну, поменьше онлайна будет. Также, друзья, подтягивайтесь все в КРМП к нам в банду, потому что нам нужны хорошие стрелки. Так что мы тебя, братишка, обязательно ждем. Айпишка есть в описании. И сейчас X2 опыта действует, так что по-быстрому качнешь аккаунт, инвайт со второго левела. Мы вас ждем всех, братики. Ну а теперь, дорогие мои друзья, давайте наконец-то уже посмотрим, какие капты в КРМП. И, кстати, у меня там еще были приключения на закупе, ко мне доебались пару людей. Ну... Так, стоп, хватит рассказывать, вы все равно сейчас все это увидите. Так что, поехали. Пацаны, у нас какая-то позиция ни о чем, нас тут зажмут же. Или это нормально? Не, вы тут больше как бы шарите, я не буду вас учить, но едут. Залетаю, откуда? 4 кара, 4 кара, 3 кара. Бля, я... Матерь божья, нахуй! Да блин, хули мы стоим? Я охуел, сколько их, блядь! Я не думал то, что они так зарашат нас, блядь! Да, блядь, это нормально. Охуенно, я покоптился, блядь! Пацаны, все, коптов больше не будет, да? Нет, еще три? Нихуя себе! Так, пацаны, я вам говорил, что позиция не из лучших, нахуй, вы мне не верили, блядь. Он что, долбоёб? Да пошел нахуй! Да идите нахуй, криворукие ублюдки, нахуй. Я вас, блядь, всех разъебу, блядь. Они что, больные? Они реально конченые, блядь. Да, я сяду, нахуй. Поехали отсюда. Они конченые, нахуй. Или что эти ацтеки? Блядь, они на... У нас еще кап не начался, вам не по мне уже стреляют, нахуй. Долбоебы, блядь. Идите... Слышишь, блядь, эти... они реально какие-то охуевшие. На, блядь, въебало, нахуй. На, минус, нахуй. Тихо, heal me, блядь. Можно ствол. Да как я вам, блядь, его передам, нахуй? Ацтеки, бля, ебаные. Сосите мой хуй. Опа-опа, на-на-на, блядь, минус, нахуй. С угла так, блядь. А, и пишет, что я ноль, блядь. Слился мне и пишет, что я ноль. Ну, конченый человек, сука, с ником Кузьма Крестов. Я б, сука, даже не играл бы в GTA с таким никнеймом. Открывай свою приору, блядь, и поехали. Блядь, только не дай бог эти козлы ебаные стрельнут. Я такой, сука, злой буду, нахуй. Я их убью, нахуй, всех. Тофик, да иди нахуй, блядь. Я знаю, ты меня хочешь убить, блядь. Или затыкаешь. Не, может, он хороший человек, я на него зря пизжу. Ну, он уже, сука, арабит. Ну, конченый, сука. Ну, чтоб он умер, нахуй. Ну, просто, блядь.
админы нахуй, вы ебите этих, блядь, чуваков в жопу. Я вас прошу, чтобы, блядь, приора взорвалась, матерь божья, нахуй. Не, я пошел, я сейчас, я вернусь и набью ему ебало, мне похуй, блядь. Буду я сейчас в КПЗ или нет, но какого хуя меня, блядь, какая-то обезьяна, сука, дэмит, нахуй. Давайте я вас, блядь, подэмлю, давайте я вашу машину взорву. Че вам, гандоны, блядь, приятно, нахуй, сюда, по одному, блядь. Куда вы, сука, ехать собрались, пошел ты, нахуй, блядь. Ехать он собрался, ты не уедешь, блядь, ты не уедешь, чувак. Пошли нахуй. На тебе, блядь. На, блядь. На, блядь. Тихо. Батя шо... Ах ты, сука. На, блядь. Тихо. Батя потеет, не мешайте. Минус два, нахуй. Ну ж я сказал, я вернусь, я вам ебальники набью. Я сказал, я это сделал, нахуй. Конченая, сука. А теперь дайте мне машину, я съебусь с этого, блядь, городца, нахуй. И поеду, блядь, на район ебашить всех на теле. Все, мы выходим. Что мы делаем, блядь? Вы, алло, командиры, блядь, вы можете хоть что-то скажете? Да они не могут, не умеют говорить. Так, ну вот, пацаны, все. Не, ну хули тогда, арабим, просто арабим. Хотите такое? А где они сидят? А, матерь божья, они там. А, ебать, у меня вот такую сальфу пиздец. Мы уже возле входа, ебать их тут дохуя, пацаны. Будьте осторожны. Ох, ёптана. Ребят, будьте осторожны здесь. Бля, ну они нахуй сидят за этим ебаным забором и хилятся, блядь. Сука, велосипедист нахуй. Ну не, ну это нормальный варик, типа. Ну мы сосем, типа, нам надо рашить. Давайте, пацаны, будем рашить. Сейчас только захилю сначала. Ебаный, сука, бег, блядь, я даже... Да... На, блядь! Сколько надо еще фрагов? Дайте фрагов. Сейчас. Блять, такие умные, дайте фраг. Да ты вы сами попробуйте их дать, блять, они за забором сидят, нахуй, блять. Короче, меня... пацаны, четвером, короче, сейчас бежим, короче, забегаем, типа, блин, я в конце забегу. Ебать, зашел, нахуй, у меня, блядь, децел. Я ебал так заходить. Топик, иди за... Я сижу, блядь, 17 секунд, давай, блядь, все, ну нету... Пацаны, давайте нахер раз! Да рашки, нету смысла, блядь, залетите уже хоть что-то сделать, вы понимаете? Погнали, залетаем, пацаны. Минус дал. Да, блин, залетел у меня. Сука, да добейте, там два... Вот и подошел к концу наш видеоролик, друзья. Надеюсь, он вам понравился. Если он понравился, то обязательно поставьте пальчик вверх. Это не сложно, мне приятно будет. Я буду стараться делать видеоролики качественнее. Я подожду. Ну, просто ты, ну, лайк же долго ставишь, да? И комментарий напиши. Написал? Извините, друзья, то, что я так часто прошу этот колокольчик, лайк, комментарий. Просто понимаете, если я буду вам напоминать об этом, вы это будете делать. И меня это будет стимулировать, мотивировать, не знаю, как правильно, чтобы я, ну, старался еще лучше делать свой контент, почаще видеоролики, там, почаще стримы. То есть, больше уделял времени Ютубу. Вы меня будете мотивировать. В принципе, все. Всем спасибо и всем пока. Всех люблю. Всем до скорого.